Всем привет, дорогие друзья! Я готовлю салат и хочу поделиться с вами рецептом обалденнейшей заправки. Ингредиенты можно варьировать. Даю вам базовый рецепт. У меня вот здесь зелень, здесь петрушка, немножечко орегано или орегано, как говорят в Италии, чуть-чуть укропа, немножко кинзы и петрушка. Сейчас я вот так порежу зелень в блендер, для того чтобы было легче перебивать. Добавлю 2 зубчика чеснока, 1 чайную ложечку каперсов, 1 чайную ложку дижонской горчицы, столовую ложку винного уксуса и добавляю оливкового или подсолнечного масла столько, чтобы получилось пастообразная субстанция. Должна получиться вот такая заправка. Все, что осталось сделать, это заправить салат. У меня помидоры, которые я порезала пополам, немножко болгарского перца, сыр моцарелла и розовый лук. Но это то, что было у меня. Вы можете брать любые овощи. Добавляем сюда заправку. Хорошо перемешиваем. И подаем к столу. Посолите и поперчите по вкусу. Вот и все дела.